школах началась запись детей в первый класс. Официально ребенка можно устроить в ближайшую школу, но родители жалуются на проблемы. Так, в некоторых городах ради места в очереди семьи ночуют возле учебных заведений. Поступают сообщения о драках, а кто-то готов сменить прописку, чтобы ребенок попал к конкретному учителю. Как прошел первый день записи в сибирских школах, расскажет Юлия Боброва. Это не стихийный митинг, а очередь в школу. Родители занимали в ней места ночью, чтобы записать ребенка в первый класс. Район большой, а школы всего две. Я стою здесь 4 дня, вчерашнего дня. И я оказалась первая. Вот. И родители буквально там в течение 2 часов нас уже было 60 человек. Очередь была записана. Ночевали в машину, вот, потому что нужно держать оборону, как говорится. Нервы напряжены, вспыхивают скандалы. Никто не хочет терять место в очереди, а вместе с ним шанс, что их ребенок попадет к лучшему педагогу. Вчера начали бегать, один список потеряли. Давай там кричать, орать. Я говорю, чего вы кричите? Организуйте, всех пропустим, раз уж пришли. Наплыв желающих не выдерживают и электронные сервисы. Сайт госуслуги, через который можно записаться в первый класс, завис и не работал несколько часов, рассказывает Ольга Липко. Пришлось срочно отпрашиваться с работы и бежать в школу, занимать очередь. Единственное, что через госуслуги у нас не получилось зарегистрироваться, нужно лично приходить, это неудобно. То есть пока этот сервис не развит, к сожалению. То есть можно было без отрыва от производства это делать, приходится приходить. Жалуются и на другую проблему. Микроучастки, закрепленные за школами, постоянно перекраивают чиновники. Вот в эту школу на Левобережье хотят отдать своих детей многие родители, но теперь шансов попасть туда стало меньше. Количество домов, которые к ней прикреплены, сократилось с 20 до 14. Но родители от своих планов не отказываются, хотя через дорогу есть другая школа, там и места больше, но отзывы не такие позитивные. Хорошая школа, например, вот 33-я, она уже, ну, там и учителя старые. Здесь хорошая школа, как бы по прописке мы со Степанца уже сюда не идем. Пришлось нам прописываться к знакомым, чтобы сюда попасть. Это массовое явление. Десятки семей эффективно прописываются, чтобы попасть в престижное образовательное заведение. Об этом анонимно рассказывает житель Кемерово. Мужчина живет рядом с одной из лучших школ в городе. И ему уже не раз предлагали деньги за то, чтобы он прописал у себя семьи будущих первоклашек. На будущее закинули удочку, чтобы ребенок был постоянно рядом и чтобы в школу можно было водить через дорогу. Она мне предлагала деньги, в принципе, обещала помощь по своим каналам, по ее основному месту работы. Однако я решил не рисковать, потому что непонятно, что может дальше произойти. Родители даже покупают квартиры в нужных районах, прописывают там будущего школьника, а потом сдают жилье. И почти все подают заявление сразу в несколько учебных заведений. Кстати, поэтому есть смысл обзвонить школу в сентябре. Вдруг свободные места появятся. Юлия Боброва, Константин Демиденко, Мария Черешнева, Артур Хлопотин. Новости здесь, Омск.